Всем привет! Пришла мне посылочка, но я, конечно, не знаю, что здесь такое. Что-то болтается очень-очень легкое. Что там, я даже не знаю, честное слово. Сейчас скроем, посмотрим. Что-то такое-то. Даже две. Ну, это я заказывал не себе. Это у меня друг просил. Стопки черепа. Да. Я что-то совсем и забыл, уже вылетело из головы. Ну что ж, давайте посмотрим, что там тогда, раз уж открыли. Вынимаем сразу обе, а то мало ли. Так, посмотрим, что тут. О, и второй достанем. Вроде целые. Пластик, но сделанный под стекло. А на сайте было написано, что стеклянные. Но это же не стекло, ребят. Ну, звук похожий, но нет. А по весу, ну, какое-то стекло. Веса почти нету. Ну и тут умудрились обмануть, а. Вот парохвосты. Ну. Такой комплектик на двоих я такой. Ну, конечно, что-то светлое пить, оно не смотрится. А вот если что-то типа коньячка, надо что-то такое в цвете наливать. И оно будет очень красиво, если в цвете. Ну уж не буду коньяк доставать. Открывать бутылку, жалко. Посмотрим так. Без жидкости. Ну, вот они. Да, когда налито, я думаю, будет красиво смотреться. Что ж, нужно будет упаковать обратно и отдать. Спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно же, не забываем комментировать.